В Тверской городской думе прошли общественные слушания по исполнению бюджета за 2022 год. Помимо представителей законодательной и исполнительной ветвей власти муниципалитета, в них традиционно приняли участие и представители общественности, которые могли не только заслушать отчет, но и задать вопросы, а также высказать свои пожелания. С основным докладом выступил заместитель главы горадминистрации Андрей Гаврилин. Согласно цифрам, приведенным им, доходы бюджета составили более 10 миллиардов 852 миллионов рублей. Расходы превысили незначительно – на 312 миллионов. В целом же 2022 год вышел для столицы Верхневолжья позитивным. В первую очередь благодаря обрабатывающей промышленности. В 2022 году они работали эффективно и показали рост по сравнению с 2021 годом почти на 30%. Объем отгрузки их товаров почти 200 миллиардов рублей. И увеличение темпов роста на фоне других городов Центрального федерального округа у нас было значительное. Что касается расходов городского бюджета, то они традиционно носили социальный характер. Введен в строй новый детский сад и вошли в завершающую стадию работы по еще одному. Кроме того, в Твери возводятся две школы на 1224 ученика каждая. Причем одна из них откроет свои двери уже 1 сентября. Продолжилось расселение аварийного жилья. Причем флагманским здесь является проект реновации Морозовского городка. Его обитатели уже вовсю получают ключи от новых квартир. В городе благоустроен целый ряд общественных территорий, среди которых скверы в Мигалове и на улице Хромова. Построено почти 11,5 тысяч дорог, реконструировано 7,5 километров водовода. В целом участники слушаний положительно оценили исполнение бюджета города. Среди них были и простые тверичане. Нам очень важно мнение жителей города нашего, потому что мы корректируем свою работу, и работу с бюджетом, она корректируется под нужды нашего города, нужды жителей. Поэтому это очень важное мероприятие, которое мы ежегодно проводим. Оно дает возможность как жителям города Твери быть в курсе, что происходит. Поэтому, несомненно, нынешние слушания позволят внести улучшающие корректировки в бюджет 2024 года. Времени для того, чтобы высказать свои пожелания и предложения, у неравнодушных жителей Твери вполне достаточно.